детского и юношеского творчества «Звездная империя». Сегодня каждому из вас предоставляется возможность загадать самое заветное желание, потому что сегодня на нашем празднике будут сверкать только звезды. Это участники фестиваля. На нашем празднике присутствуют почетные гости по совместительству жюри, каждый из которых по-своему уникален своим мастерством, опытом и профессионализмом. И давайте сейчас вместе с ними знакомиться. Преподаватель-методист высшей категории, лауреат международных конкурсов по вокальному искусству, председатель жюри Иванова Виктория Евгеньевна. Ваши аплодисменты. Заслуженный работник культуры Украины, композитор, аранжировщик Быканов Сергей Антонович. Преподаватель колледжа культуры и искусств кафедры эстрадного вокала, лауреат международных фестивалей и конкурсов Романовская Анна Алексеевна. Сегодня наши участники будут оцениваться по следующим номинациям: эстрадный и народный вокал, авторская песня, а соревноваться будут дети в 5 возрастных категориях: дети до 9 лет, дети 10-13 лет, 14-17 лет, 18-25, ну и, конечно же, старше. Ну, чтобы хорошо спеть, конечно же, нужно хорошенько распеться. И с самого утра во дворце дети поют. Руководители нервничают, родители волнуются, а мы, присутствующие в зале, мечтаем насладиться хорошим вокалом. Ну и, конечно же, встречайте на нашей сцене первых участников. Это образцовый художественный коллектив «Театр песни Альянс». Номинация «Эстрадный вокал ансамбли смешанной группы 9-14 лет». Вашему вниманию предлагаю послушать джазовый вокалист. Аплодисменты!